Добрый день! Представляю вашему вниманию юбки зимний крем Швейцария. Подробная информация в ссылке под описанием. Начнем с вами с такой джинсовой юбочки, размерчик 36. Здесь у нас манго, эсочка. Так, вот она. Так, евро 42-44. Тепленькая такая юбочка, бенетон. Здесь написано XL. Так, здесь у нас 34 размерчик, вельветовая юбочка, евро 40, H&M евро 44, эмочка вельветовая с бирочкой, амису 34 размерчик, утепленная юбочка, Вера Мода Эска, вот так вот она идет, неправильно положила. Так, амису евро 38 вязаная, под замшу размерчик L, Street One, здесь у нас L-чка. Сприт, размерчик М. Так, здесь у нас размерчик не указан, я думаю, что М-очка. Так, юбочка, размерчик L. Идет вместе с вирочкой. Юбочка сприт 40. 50-го размера юбочка. Ой. Она у нас длинная, такая вот удлиненная. Так, S. Oliver, размерчик M. Так, здесь у нас размерчик L. Спортивный трикотаж, утепленная юбочка. Размерчик. Сейчас посмотрим. Размерчик у нас не указан. Я думаю, что это M-очка. Юбочка Zara, Элечка, под замшу такая. Это даже, знаете, не юбочка, а юбка. Юбка-шорты даже так вот. Под замшу юбочка Элька. Здесь у нас юбочка Элечка. Страдивариус евро 34. Манго евро 34. Так, здесь у нас Джессика. Размерчик L. 40-го размера вот такая вот юбочка красивая, удлиненная. Здесь юбочка размерчик 40. Вязаная юбочка Элька бенетон. Юбочка Эска. Эмочка. Так, евро 36 юбочка. Искусственная кожа Страдивариус евро 38. Так, здесь у нас размерчик не указан, я думаю, что это эсочка. Так, евро 42, атласная юбочка, очень такая классная. Джинсовая юбка, размерчик 38. Здесь у нас эсочка, теплая юбочка, евро 36, H&M, элечка, вязаная юбочка, размерчик L, может даже на XL подойдет. Велюровая юбка, эсочка. Так, здесь у нас юбочка ML. Евро 36 амису. Вязаная юбочка Zara. Размерчик M. Идет такая, как колокольчик. Здесь юбочка под замшу, эсочка. Только она вот так вот, сзади замочек. Здесь у нас юбочка Элька. Искусственная кожа. Евро 36. Так, здесь юбочка LXL. Так, евро 38 на лук. Здесь у нас евро 36. Имеется вот здесь вот внизу такая вот утяжечка. Можно ее затянуть. Бенетон. Размерчик 42. Такая вот прелестная юбочка. На этом все. Спасибо за внимание. Подробная информация в ссылке под описанием.